Ну, очень хорошая новогодняя игру показали обе команды, вышли. Бойцовский настрой был со стороны Сибири, очень много атаковали, продавливали ближний пятак, значит, создавали моменты, здорово у нас в этих моментах сыграл Якуб Штепанек. Но в целом сегодня я хочу поблагодарить своих ребят за то, что они сегодня были настоящие мужчины, проявили характер, тронулись с мертвой точки, потому что до этого мы три тура никак не могли взять очки. И, в общем-то, благодарен за лучший подарок моей жизни, который сегодня они мне преподнесли. Хочу поблагодарить соперника с хорошей игрой, пожелать удачи, и чтобы в новом году все задуманное сбылось. Спасибо. Да, наверное, стоит поздравить с Новым годом всех наших болельщиков, которые болеют за команду. А по игре... Игра, к сожалению, не понравилась. Игра, к сожалению, нету. Пропали лидеры, пропала команда. Не то, что сегодня Нестеров забил два гола. У меня такое ощущение, что ему сегодня одному нужно было пытаться стараться. У нас ужасное положение, которое мы имели пару месяцев назад. Все растворилось, рассыпалось. И, к сожалению, нет. Не находится ни одного человека. Может быть, говорю, Нестеров сегодня, который может как-то перевернуть эту неудачу. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Дмитрий Вячеславович, а рассматривали ли вы вот как вариант стряхнуть команду, обмен лидеров каких-то? Вот какие-то изменения такие? Да, очень хочется, пока ничего не получается. Очень хочется. И давно причем. Игорь Зинович, вы после расставания с Антиповым и Ковым говорили, что будете молодых привлекать игроков. Насколько вот нынешний состав все стали, он голоден до побед, и насколько вообще вот игроки, вот, которые влились, больше игрового времени получили? Ну, четкое определение развития клуба понятно. У нас самая молодая команда в лиге. Значит, эти ребята, которые у нас играли вот за нас, это Антипов и Буськов, конечно, мастеровитые очень ребята. Я даже не сомневаюсь, что клуб, в который они сейчас попадут, они усилят. Но у нас есть развитие, которое придерживается клуб. Это молодые ребята, которые должны расти в этом клубе. Значит, им нужно определенное, конечно, время для того, чтобы стать хорошими мастерами. Вот сейчас мы пошли по этому пути, и вы видели, что в нашем составе сегодня уже были игроки, которых мы обкатывали выше лиги, выше стали. Пусть у них пока мало игрового времени, но тем не менее мы будем развивать и стараться выдерживать эту концепцию. У меня все, в общем-то, по этому вопросу.